В ресторане «Щербет» города Каспийска состоялся ифтар для подопечных благотворительного фонда «Инсан» и членов семей участников специальной военной операции. Спонсорами такого благого дела выступили генеральный директор строительной компании «Аркада ИСТ» Запир Исаев, а также его супруга Наида Амарова при поддержке семей Джамалудина Амарова и председателя совета имамов города Каспийска Мурада Исмаилова. В первую очередь хочу попросить Аллаха, чтобы Всевышний Аллах принял все наши молитвы, посты, закат и все то, что мы делаем ради Аллаха, ибадат, остальное, чтобы Аллах принял. И чтобы также Всевышний Аллах дал нам дожить до следующего месяца Рамадана. В рамках мероприятия, помимо разговения, состоялось красивое исполнение нашидов, а также чтение строк из священного Корана. Отметим, что сладкие презенты для присутствующих были организованы представителями благотворительного фонда «Инсан».